Рецепт приготовления французских тостов с корицей и сливочно-фруктовым наполнителем. Французские тосты – классический сытный завтрак. В качестве фруктового наполнителя вы можете использовать желе, вареньем или свежими фруктами. Досматриваем ролик до конца и записываем ингредиенты. 1. Разогреть сковороду или электронную сковороду до 160-175 градусов. Нарезать французский хлеб на толстые ломтики толщиной 5-7-5 см, затем сократить наполовину каждый ломтик в центре, но не разрезая до конца краев, создавая карман для фруктовой начинки. 2. В миске смешать сливочный сыр и 3 столовые ложки фруктового наполнителя на ваш выбор, хорошо перемешать. 3. В отдельной миске разбить 2 яйца. Добавить корицу и молоко и хорошо перемешать, виоложить фруктовую смесь в карман в ломтиках хлеба, виоложить на листе выпечки. 4. Окунуть каждый ломтик в яично-молочную смесь, убедитесь, что все стороны покрыты смесью. Жду ваших лайков и комментариев. 5. Нагреть 2 столовые ложки. Можно использовать меньше сливочного масла на горячей сковороде и полностью растопить, добавить все ломтики хлеба на сковородку и жарить примерно 3-6 минут с каждой стороны, до золотисто-коричневого цвета, убедитесь, что сырно-фруктовая смесь нагрелась до конца. 6. Сразу же посыпать сахарной пудрой при желании и подавать тосты с маслом и сиропом. Кто не подпишется, останется без следующих вкусностей. Вот что нам понадобится. Французский хлеб, 1 штука. Фруктового наполнителя, 3 столовые ложки. Сливочного сыра, 120 грамм. Яйца, 2 штуки. Корицы, 1 столовая ложка. Сливочного масла, 2 столовые ложки. Количество порций, 6. Подписывайтесь, комментируйте и ставьте лайки. Удачи, друзья, заходите.